7, 12, 22 и 25. Эти четыре школы вышли в финал проекта. Всего же в отборочном туре конкурса «Танцуй школа» принимало участие 9 образовательных учреждений. Судили участников выпускники хореографических училищ, Института культуры и искусств, руководители продюсерских центров и танцевальных ансамблей. Первыми на сцену вышли ученики школы номер 25. Образы ребят с заклеенными ртами создали атмосферу загадочности. Разгадка оказалась простой и жизненной. Не надо молчать о самом важном, надо проявлять свои чувства и понимать друг друга. Так сыграть в движении не всегда удается даже взрослым артистам. Таков вердикт жюри. Выступавшая следом команда 22-й школы выбрала динамичный танец и молодежный задор в каждом движении. Отсюда ощущение школьной вечеринки и праздника. Танцоры школы номер 12 насытили свое выступление элементами современных танцевальных направлений, в том числе и брейк-данса. Завершали конкурс прошлогодние победители из школы номер 7. На сцене развернулась настоящая баталия двух миров – черного и белого. Несмотря на сложные связки, у ребят хватило времени на эмоции и живую игру. Оценки распределились следующим образом. Лицей номер 22 – 84 балла, школа номер 25 – 87 баллов и по 95 баллов у школ 12 и 7. Определить победителя помогло СМС-голосование, проходившее во время выступлений. В итоге победу вновь праздновал танцевальный коллектив 7-й школы. Двукратные победители проекта «Танцуй школа» получили не только куб, окно и главный приз – 100 тысяч рублей от хоккейного клуба «Сочи», организатора конкурса. Вы победили! Мы сказали, мы придем чемпионами и выйдем чемпионами. Мы вышли второй раз чемпионами. Отпустило, наконец. Очень долго готовились, очень нервничали, переживали за каждого участника. Но в итоге собрались команды и видите, что сделали. Победили снова. Нужно настолько погрузиться в процесс подготовки к конкурсу и настолько отдаться ему полностью. Поэтому, как мы видим, многим школам это не по плечу. Но я очень надеюсь, что в следующем году те, кто сейчас сомневаются, те, которые сейчас думают, что не потянем, не сможем, они все-таки сделают этот шаг и примут участие в конкурсе и выступят в отборочном туре.